информационная безопасность без тех знаний, которые мы даем, она умножается просто на ноль. Не какая-то такая подделка, а все-таки более что-то такое профессиональное и интересное. Я сегодня услышал что-то новое для себя. Буду сосать всю информацию, которую дают. Я бы назвал это как такой кибершколой на 2 дня, узнать, что происходит по ту сторону. Директора по информационной безопасности, IT-директора, директора по риску, технические специалисты в области информационной безопасности, криминалисты, правоохранительные органы и даже некоторые политики. Они должны вынести информацию о том, от кого они должны защищаться, о преступных группировках, методах, которые они используют. Первый день это были все-таки специалисты такого верхнего уровня, и второй день только для глубоких технических докладов, для специалистов, которые делают очень тяжелую работу. Многие конференции посвящены методам защиты, законодательству. Мы говорим о том, из-за чего вообще информационная безопасность существует. Она существует из-за опасности. Мы заметили, что на эти данные, которые мы публикуем, появился действительно спрос. Постепенно, каждый год мы наращивали аудиторию, приглашали все больше людей, приглашали в том числе внешних спикеров. Даем важные прогнозы на следующий год. За каждые 6 лет, пока мы делаем конференцию, все эти прогнозы сбывались. И за каждое слово, которое здесь будет сказано, мы готовы ответить. Потому что есть люди, которые говорят, эти цифры взяты из потолка. Все эти цифры взяты из материалов уголовных дел, которые мы сопровождали, либо где мы находимся специалистом, экспертом, либо это то, что ведет наши партнеры. Для нас уникальный CyberHackathon в контенте и в людях, которые приезжают. Это единственное мероприятие в России, где действительно активную роль играют и сотрудники правоохранительных органов из разных стран. Потому что здесь у них есть возможность встречаться с друг другом, налаживать какие-то контакты, обмениваться успешным опытом. Это, безусловно, ломает барьеры и делает мир немного безопасным. На самом деле, редко, когда на наших конференциях была вода от правоохранительных органов. Рассказывают о конкретном уголовном деле, либо серии уголовных дел, с которыми они сталкивались, и рассказывают, как они эту проблему решали. Есть дела, по которым расследование уже успешно завершено, и принято решение, что действительно эти данные принесут гораздо большую пользу, если о них рассказывать определенной аудитории, доверенных слушателей, нежели чем хранить это где-то в папке в сейфе. В этом году CyberCrime.com пройдет еще в 4 азиатских странах, а потом на Ближнем Востоке. Это будет Гонконг, Сингапур, Хошимин, Бангкок. И в арабских странах это будет Дубай и Ливан. Я директор по развитию бизнеса одного из системных интеграторов московских. Расширяет круг общения, и это очень полезно в бизнесе и моей работе. I work with a regional consultancy company. Presentation has been very good this morning by CEO and also the CTO of Group IB. It's very useful for me to share with my clients as well with my other colleagues on really what's the latest about the hacking groups, cyber crime trends. There are kind of Russian presenters and also the European ones, as we just saw the German police officer up there. As an analyst, I think the main purpose of me going here is to have a different perspective on my everyday work. Hearing the diverse perspectives from different regions help us in actually, since I'm coming from a global franchise, to help us protect ourselves in all countries and all regions. Ну, вообще, я представляю финансовый сектор, я работаю в одном из банков. С точки зрения
получение какого-то дополнительного опыта профессионального очень полезно. То есть, если, например, брать какие-то другие конференции, другие какие-то такие вот тематические семинары, все-таки в большей степени там студенты, какие-то такие IT-специалисты. Здесь выборка участников, она очень как-то так и применима и нам, в общем-то, интересно. Показывает какой-то такой определенный уровень. То есть это не какая-то такая подделка, а все-таки более что-то такое профессиональное и интересное. Для меня, как для человека, который, в принципе, в первый раз находится на таком мероприятии, было очень интересно и познавательно это все. На этой площадке сегодня пообщались с несколькими вендорами, мы рассмотрим их предложение и выберем наиболее оптимальное ПО именно для предотвращения транзакционного мошенничества в банке. Я завтра хочу посетить еще раз уже более на технологичные темы, буду сосывать всю информацию, которую дают. Мероприятие очень важное, нужное, я считаю, что ежегодное вызывает большой интерес. Скорее, это все-таки тусовка, на мой взгляд, но с элементами школы. Почему? Потому что я для себя, несмотря на свой возраст и определенный опыт в этом направлении, тоже много что нового узнал. Что говорил Илья о том, что необходимо знать врага в лицо, это, в общем-то, я считаю такой для себя таким новым трендом. Планирую использовать это на полную катушку.